Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Hustle Castle. И как видите, у нас здесь вторжение. Вторжение орков, а нет. Ну, грубо говоря, орков, но здесь почему-то у нас големы, некроманты и всякая шелупень в виде скелетиков, поэтому будем потихоньку их разбирать. Так, первый сундук уже за нами есть, и это хорошо. Так, тут их дофига, ребята, так что набьем сундучков по полной программе. Так, понеслась, родная. Ну, а потом, конечно же, будем их вскрывать, смотреть, что нам там выпадет. Хотя на многое я не рассчитываю. Так, замечательно, еще один у нас есть. Итого у нас уже 5 плюс 2 будет 7. Отлично. С этими ребятами их будет 8. Ну, где-то с десяточек у нас насобирается. Так, ну что, эти ледяные големы, в принципе, сами по себе легкотня. Так. Ну, бойцы у меня маленько покоцанные. Я думаю, что ничего в этом страшного нету. Давайте по-быренькому сейчас с этим вторжением разберемся, чтобы не мозолило, как говорится, глаза, отмучиться и забыть. Так, порвали. Ну, давайте, резайте мне. Почему-то не резают моего бойца. Гаденыши, а? Не успели, там и маг у меня упал. Так, ладно, давайте еще у нас здесь одно вторжение. Ну, в принципе, по мощам не такие уж и мощные, но, тем не менее, умудряются как-то завалить моих бойцов. Отлично, раскромсали. Все, спать всем. Ух, сундучков-то сколько у нас будет, елки-палки. Так, уже десяточка есть, и тут еще 4 орка, то есть 4 вторжения. Получается еще 4 сундука. Ну, это замечательно, это меня даже очень сильно радует. Потому что есть вероятность того, что оттуда, может быть, выпадут зеленые шмотки. Про синие я уже вообще молчу. Но зелень нам, тем не менее, тоже не помешает. Так, давайте смотреть, ребята, сколько? 11. Так, открываем. Что достается нам? Ну, это идет на разборку сразу же. На белые кристаллы. Так, колечко мы это оставим. Лук тоже разбираем. Нечего ему здесь делать. Так, это мы оставим костюмчик. Для алхимика. Здесь у нас одни ресурсы. Так, зеленые на алхимика. Ресурсы. Так, это разбираем. Броня. Тем более броня, как говорится, она нам вообще не нужна. Так, ну и пошли у нас одни ресурсики, я смотрю, да? Все. Так, но там еще не забываем, ребята. Ох, я еще получил 2 сундучка. Это, видимо, за разбор шмота. Так, еще 3 вторжения. То есть 3 сундучка. Ну, короче, в общей сложности 5 сундуков еще будет у нас, нормально. Так, ребята, в данный момент я что делаю? Коплю деньги, коплю ресурсы на какую-нибудь очередную постройку. Но, честно вам скажу, очень тяжело это все дело мне дается. Враги какие-то очень-очень сильные, крепкие, даже несмотря на то, что они моего уровня и даже есть пониже. Так, разбираем. Все. На ускорение, кстати, обалденно проходить вот эти вот вторжения. Раньше, помню, так это все медленно было, а сейчас занимает это все дело буквально минут 5 от силы. Поехали. Так, упали. Ну, это вообще салабоны еще те. Все, можно уже, в принципе, и вскрывать. Так, а, мы еще и синий получили. Вот это вообще замечательно. Тогда у нас 8 сундучков получилось. Так, давайте смотреть. Так, арбалет. Разбираем, конечно же. Так, зеленый лук тоже разбираем. 79 уровня, он нам нафиг не нужен. Так, этот тоже разбираем. Они дают, конечно, я не спорю, оружие, но белое или зеленое, это все не то. Синий выпадает очень и очень редкий. Восстанавливается юзику. Нет, все равно разбираем. Хиллер у нас уже один есть. Так, и еще один зеленый лук. Так, на 80-ку разбираем. Эту броню тоже разбираем. И последний сундучок у нас, ребята, с ресурсами. Ну что, в принципе, сундуки сегодня были хороши. Кристаллов мы с них поимели довольно неплохо. Так, и у нас что по яблокам? 154 тысячи. Ага, 161 тысяча. Можно даже, наверное, немножечко сходить на PvP-бои. Потому что ресурсы нам нужны, а у меня их очень мало. Мне нужно 3,5 миллиона стали.
а у меня только 2 миллиона 600. То есть лямзик еще нужно заработать. Ну, а для этого, конечно же, придется идти нападать на игроков. Так, все, вроде бы здесь собрал. Давайте кого-нибудь с вами поищем. До закрытия осталось 4 часа 17 минут. Понятно все это. Так. Нет, этот нам не подходит. Этот тоже не особо такой хороший. Так, подожди, это же, по-моему, те же самые. Алиен. Ну, вот этого можно еще глянуть. Давайте посмотрим. Такой же, как и я, в принципе. У этого вообще железа нету. Так. Ну-ка, давайте-ка, 144 и здесь 99. Вот этого мы... Оу, нет, на него мы не полезем. 622 тысячи мощей, это куда? Он меня раздавит просто-напросто. Да ну нафиг, неужели никого нету достойного? Тоже нету стали. Блин, завал, ребята, по-моему. Артём. Так, вот этого давайте Артура глянем. 510, да что ж такое-то? Одни жлобы вокруг меня, а? Я даже не знаю, Андрюха. Так, это кто? Давайте Андрюху проверим. Ну, вот этого можно еще разобрать. Да, я не спорю, он, конечно, слабенький, маленький. Но, ребят, только все ради ресурсов делается. Никаких, как говорится, враждующих манипуляций. Все, отлично, я победил. Так, получаю древесину и очень мало стали. Древесина мне нафиг не нужна. Блин, почему мои работяги так мало приносят мне прибыли в плане железа? Давайте-ка этого тоже разведаем. 424, блин. Я не знаю, и хочется, и колется. В принципе, мы с них на равных. У него, кстати, кракена нету. Это очень хороший знак. Даже можно попробовать будет на него напасть. Да? Я думаю, что ничего от этого не убудет у нас. Ну, а если мы выиграем, то только прибудет. Так, давайте проверим. Поехали в бой. Он без кракена, еще раз говорю, ребят, так что должны мы здесь его осилить. Заморозочка. Смотри-ка, 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 какие крепкие ребята. Ядрёна ты вошь. Так, давай, 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 жарим, жарим, жарим. Но, по ходу дела, мы тут профукали. Так, заморозка, если не поможет, помогла. Помогла заморозочка. Ай-яй-яй-яй, но не совсем так, как я хотел. Все, разобрал, короче. Короче, Ален нас вздрючил по полной программе. Жаль, конечно. Ладно, зато мы себе рейд немножко понизили на 26 очков. А это, в принципе, очень хорошо. Так, у меня 2131 рейд. Это очень много для меня. Так, а что мы тут можем сделать, заменить? Да ничего. У меня здесь воскресальщик. Так, хиллер. Хиллер, конечно, слабенький. Ему бы посох какой-нибудь покруче. А вот этот Ивар меня вообще вымораживает. Все, он качаться больше не может. И сам он по себе 70 уровня. Ну что, броня-то ему не подходит, поэтому никакого смысла от этого меча нету. А вот это все мы разбираем на кристаллы. Так, бери обратно свой посох. Иду я отсюда, чтобы глаза мои, как говорится, не видели тебя. Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Hustle Castle. Так, ну что у нас здесь новенького появилось? Так, древесину, конечно же, мы забираем с вами. Так, что еще? Сталь у нас здесь есть. Так, естественно, манна. Поварята подросли, это хорошо. Яблочки и деньги. Так, давайте-ка начнем, наверное, с подарочков. Забираем вначале все ваши 8 штук. Ну, а потом... А, нет, ребята, отправить я, наверное, не смогу, да? Я уже сегодня вроде бы отправлял, хотя... Не факт. Да, ребятушки, все. Все подарки отправлены уже были, так что... Не обессудьте, уже сегодня не могу, лимит, как говорится. Так, и что нам надо сделать? Нам сделать нужно что? Опять же, отразить очередное вторжение, которое тут раздухарилось. Ну, на этот раз истинное вторжение орков идет. Ну, а как вы знаете, я спец по оркам, поэтому буду их уничтожать бесщадно. Так, давайте-ка посмотрим, что у нас здесь
Есть что-нибудь, а? Так, колечки делают. Железо прибывает по чуть-чуть. Так, улыбочки, настроение. 914 у меня уже кристаллов. Это хорошо. Так, продолжаем разбирать орочи и отродье. Ух ты, три охламона выбежала, а? Так, разобрали. А, все-таки программисты прислушались тогда к общему мнению и поменяли такие оружия. У орков и у всяких там нежитей, видите, они теперь с разными посохами, с разным оружием. А раньше они носили с собой одинаковые луки, одинаковые первые еще посохи и первородные мечи. Так, давайте-ка еще раз бомбим. Ну идите сюда, олухи. Такие сейчас они для нас ватные. А помните самые первые выпуски? Какие они были для нас сильные. Практически невозможно их было пройти. Там каждый бой им надо было рассчитать, что-то придумать, выдумать. А сейчас... Кстати, да. Если вдруг какие-нибудь разработчики смотрят, я бы хотел бы... у них попросить добавить здесь какие-нибудь не то что новые локации, а тем, что вот, например, мы нашествие отбили, да, грубо говоря, в замке все свои дела сделали. Что-то типа какого-нибудь ежедневного ивента или еще что-нибудь в этом роде, что можно было бы чем-то себя занять. А то мы обычно приходим, да, отбили вторжение, убрались там в замке своем, и все, в принципе, больше на этом делать нечего. Ну, за исключением выходных, когда открывается портал, все люди туда идут и набивают себе сундучки. Ну, а в будни охота что-то типа портала, но... ну, что-то более попроще, чтобы люди туда могли заходить, например, зарабатывать себе ресурсы, да, грубо говоря, там, грабить какие-нибудь орочьи города, ну, предположим, там, или какие-нибудь там... делать какую-нибудь разведку, что-то куда-то отправлять своих героев, где они могут там драться и приносить уже домой ресурсы. Я имею в виду те герои, которые у тебя сидят дома без дела. Которые даже ничего не делают, даже не крафтят, не делают магию. В общем, обычные просто персонажи. Как в Fallout Shelter, если вы знаете, там можно было отправлять ребят в пустошь, и со временем они приносили домой какой-то определенный лут. Вот здесь бы можно было бы то же самое. Идейка, в принципе, неплохая и достаточно реализована. Так, давайте-ка забирать вот этот кристальчики. Вот это мы оставим с вами. Так, здесь ресурсы, здесь тоже у нас ресурсы. Так, это мы оставим. Так, ресурсы. Арбалет разбираем на зеленый кристалл. Это очень хорошо, он нам пригодится. Так, опять же, одни ресурсы. И тут то же самое. Так. И костюмчик часового. Ладно, на этот раз не так богато, как в прошлые разы, но, тем не менее, ничего лишним у нас не бывает. Ну что же, на этом пока вроде бы как все, делать нам здесь нечего. Мы берем с вами небольшую рекламную паузу и встретимся чуть-чуть попозже. Так что далеко не расходитесь, увидимся сейчас. Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Hustle Castle. Так, давайте-ка забирать здесь все, что у нас накопилось. А накопилось у нас не так уж, в принципе, и много. Так, броник зеленый. Но это у нас все, ребята, идет на разборку, поэтому не волнуйтесь. Здесь еще достаточно долго все будет у нас делаться. Так, 7 дней, 3 часа у меня, ребята, будет делаться тренировочная бойцов. Я все-таки ее заказал. Забыл вам сказать это в прошлой серии. В принципе, для чего я деньги-то и копил. Вот. Так что будет у меня уже тренировочная по максимуму. До сотого уровня у меня будут прокачиваться теперь бойцы. Правда, я не скажу, как быстро они у меня будут делаться. А теперь мы с вами, наверное, улучшим. Да. Вот эту штуку, да? До 5000 здоровья за 8 секунд. В принципе, я думаю, что это неплохо. Правда, я и не пользовался этими хилищими магиями, но думаю, что в дальнейшем она, наверное, нам пригодится. Так, и у нас тут два сундучка достается. Мы, конечно же, их забираем. Ну и продолжаем с вами вторжение. Так, что у нас здесь? Давай-ка. Ой, елки-палки, что так?
Я не туда нажал, ребята, я ошибся. Я хотел же на орков напасть. И, блин, вот она что значит, невнимательность. Да, довольно быстро меня этот хрю разбомбил. Причем даже глазом не моргнул. Да, вот еще раз, так, разбираем, еще раз лишнее подтверждение, что я пока еще ватный здесь. Так, лук тоже разбираем. Белые кристаллы нам пригодятся, у меня уже их 137 штук. Скоро буду 13 зелени заказывать. Замечательно. Так, что у нас тут, манны маленько есть. Так, эти у меня просто так-то ходят и дуркуют, да? И ничего даже не делают. А у меня, ребята, нету маны, чтобы что-то заказать. Поэтому пока придется вот так вот просто собирать ресурсики. Так, вторжение. Продолжаем. Так, а дайте-ка я гляну на этого хрю. Что он... Ага, 593 тысячи мощей. Естественно, он меня разобрал. Так, ладно, теперь нужно вторжение мне. Смотрите, я нажимаю, ага, все, наконец-то попал на них. А то все на хрю-хрю. И этих сосунков мы сейчас быстренько с вами разберем. С них получим сундучок. Кстати, я не помню, сегодня я смогу получить синий или нет. По времени. По времени надо будет глядеть. Так. Смотрим. Ну, здесь тоже одни ресурсы. Что-то, кстати, зачастили с ресурсами у нас. Причем их здесь так мало дают. Так, ребята, осталось у нас последнее вторжение. И мы получим с вами два сундука. Один с орков и другой синий от нашего магистра. Так, отлично. Здесь тоже запинали. Все, замечательно. Так, давай, давай. Вот, спасибо тебе большое. И у нас два сундучка. Давайте начнем с этого открывать. Ресурсы. Ну, а синий нас чем порадует? Понятно, как обычно. Ай, костюм часовщика. Да, у меня этих костюмов там столько, что можно уже солить их. Так, давайте заберем бревна. Да, на следующую постройку мне придется очень и очень долго копить, ребята. Так, давайте кого-нибудь прошуршим. Так, здесь все большие. Так, а вот здесь вот КВН. И Раух. Ну-ка глянем Рауха. Ух! Блин, только хотел сказать, это наш клиент, но не тут-то было, блин. Он в игре, поэтому нападать на него нельзя. Ладно, КВН давайте проверим. Так, 156 тысяч мощей, в принципе, это все равно, что сходить на прогулку нам. Упали. Замечательно. Конечно, очень мало получаем мы ресурсов, но, как говорится... Даже с драной овцы клок шерсти, это уже хорошо. Так, Виктор. Угу, Виктор, 37 уровень. Давайте посмотрим. Вот это тоже наш клиент. Поэтому его быстренько разбираем. Смотрите, еще сопротивляется, блин. Так, ну, сопротивление, как говорится, тут бесполезно. Ну, на этот раз очень хорошо у нас вышло с древесинкой, поэтому... Не зря сходили. Так. Этот слабенький. А вот этого можно проверить. Ну-ка, добавим себе магию. Опа-на. Так, заготовочка. И делаем, естественно, разведочку. 381. Ну, я думаю, что... Да, можно, в принципе, на него напасть. Сейчас глянем только. Так, синюха, синюха, зелень, зелень. И один фиол. Один фиол. Ну, думаю, никаких проблем с ним не будет. Сейчас мы в этом сами лично убедимся. Так, понеслась, как говорится. Заморозочка моя хорошо сработала. Так, упали. Так, воины упали, все, ребята. Ну, а магов уже, соответственно, тут и разбирать, как говорится, нечего. Все, замечательно, получаем. Дерево очень много. Кстати, железо тоже хорошо получили. Вот приблизительно такие ребята мне и нужны. Только за счет них я могу себе восполнить, как говорится, нужный мне ресурс. Яблоки. С яблоками уже проблема, ребята, очень большая. Почти 100 тысяч. А за одну ходку, вы прекрасно знаете, у нас берутся 30 тысяч яблок. Поэтому я только могу лишь 3... А, нет, 40 тысяч уже берется, да. Поэтому я могу только 2 ходочки сделать. Но оно, наверное, того не стоит. Потому что у меня очень большой рейд стоит. 2248.
Вокруг меня скоро будут такие бизоны, что надо будет его обязательно скидывать. Ладно, предлагаю вам сделать перерывчик и увидимся немножечко попозже, когда накопится все. Ну что, дорогие мои друзья, продолжаем с вами проходить игру Hustle Castle и давайте забирать все, что у нас здесь накопилось. Так, манна, повар 29 уровень у меня получает, деньги. Денег почти 6 миллионов, это хорошо, вот с яблоками небольшая проблема, всего 208 тысяч. Так, что у нас тут? Потусторонняя ярость, синее кольцо у нас сделалось. Надо будет его потом посмотреть, насколько оно хорошо. Так, улыбочки, настроение все забрали. Так, бронька. Бронька зеленая на 74 уровень, естественно, пойдет на разбор у нас. Так, и я смотрю, вроде бы как все. Больше нам здесь... А нет, еще древесинка осталась. Так, дерево у нас нормально. Давайте открывать с вами сундук. Что из него выпадет? Колечко и колечко. Урон. 80. Ну, я не знаю. Зеленое кольцо на 80 уровень. Надо просто будет потом посмотреть моего воина. Так, ребят, спасибо вам за подарки. И я забираю. И, наверное, надо будет вам отправить. Начнем, как обычно, с самозванцев. Так. Ну, Андрюхи, как всегда, не получается сразу отправить. Приходится по второму разу. Короче, была и ошибка, вернулась обратно. Так, Сергей Иванович, Намат, конечно же. Так, Славян. Так, а где у нас тут крошка? Ага, Крэш. Держи. Ага, вот у нас крошка. Так, и теперь уже пошли мы. Так, Андрюха, держи. Потом идет следующий Вован. Вованычу тоже надо отправить, естественно. И следующий у нас на очереди это будет Алмобил. Да, давайте Алмобилу отправим. Все пока хорошо. Талисин. Так, они же еще кто-то у нас должен быть из моих, насколько я помню. Так, ага, вот Ильдар. Держи свой подарочек. Так, Алексу отправили. Теперь у нас идет Фофан. Так, фейк такси. И еще трое. Так, это у нас Нерд. И рядышком Иммортал находится с ним. Замечательно. Так, последний у нас кто? Умка. Да, давайте Умки отправим. И я могу еще два подарочка отправить. Это будет у нас Дэн. Отлично. И Кайфолов. Все, с подарками закончили. Так, я получил еще два сундучка с яблочками. Это хорошо, давайте, наверное, их сразу откроем. По 45 тысяч, да, это буквально на одну ходочку у нас. Все, то есть два сундучка, это две ходки. Понятно. Только было бы куда у нас еще ходить. Где у нас там колечко-то это зеленое? Фу! Разбираем, конечно же, оно вообще ватное. Так, это нам не подходит. Это надо смотреть по магам. И, ну, здесь оно откуривает тихо в сторонке, поэтому, естественно, мы здесь менять не будем. Так, а у этого то же самое. Что-то два одинаковых кольца. Так, а здесь, даже здесь крик лучше, чем который у меня. Ну, а тут... Если мы попробуем поменять, намного потеряем в мощах. Ну-ка, давайте попробуем. Да, на 200 мощей становится меньше. Поэтому, наверное, придется, блин... Подожди, это не то кольцо, елки-палки. Так, это что ли? Да нет. У нас же вроде не синее было, да? А зеленое, вот это. Магический урон, 228 на 303. Ну-ка, деваем, да, именно оно. Жаль, конечно... Что колечко это нам как бы не особо пригодится. Но если что, ребят, мы его разберем. Синий кристалл тоже лишним у нас никогда не будет. Так, давайте здесь все забираем. Яблоки, блин, ну яблок у нас 382 тысячи. Это можно даже сейчас спокойно пойти погулять. Немножко пофармить, если, конечно, есть кого. Так, давайте-ка, наверное, сейчас
закажем для начала что-нибудь новенькое себе, да? Я думаю, это будет у нас колечко синее. Почему бы и не... Зачем нам зеленое? Зеленое нам не нужно. Так. Да, и как раз у нас хватило маны на него. В общем, пускай делается. Так, а здесь можно заказать... А здесь, наверное, закажем себе синий шмот на мага, да? Нет, на лучника я не хочу. Да, давайте все-таки на мага сделаем. Синий шмотик пускай создается. Главное, что они будут у нас в пределе. А три кристалла зеленых мы еще добудем, если нам нужно будет какую-нибудь синюю шмотку или синее оружие сделать. Так, ну а теперь давайте с вами посмотрим. Пендальф белый. Это, кстати, он на меня нападал, а? Ну-ка, давайте-ка мы сейчас, кстати, посмотрим, что он тут вообще из себя представляет. Так, разведку сделаем. 597, понятно. На него нет смысла нападать, но я его запомнил, и поверьте мне, я ему отомщу. Настанет тот момент. Так, Мишель. Эй, Мишель, вообще мало ресурсов, такое впечатление, что он даже не играет. Так, а этот что у нас? Наверное, тоже мощный. 597 тысяч мощей. Да, окружает меня одни бизоны, елки-палки. Но это все, ребята, из-за рейта. Так, ну а тебя-то хоть сможем одолеть, а? Йо, 706, охереть, 706 тысяч мощей, блин. Да. По ходу дела нифига, ребята, у меня здесь не получится сегодня повоевать. Хотя яблоки есть. А игроков нет, которых бы можно было бы мне пофармить. И меня это немножко коребит. Ну что ж, тогда на этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующей серии. Всем пока.